BQ Space – космический смартфон по доступной цене. 8-ядерный процессор и 3 гигабайта оперативной памяти, новейшие игры и современные приложения – не проблема. Большая батарея в тончайшем корпусе. BQ Space – просто космос. Стоит ли говорить, что дети бывают очень разные? Каждый родитель считает своего ребенка самым лучшим и уникальным, но некоторые детишки выделяются среди всех остальных. На 10 невероятных детей мы сегодня и посмотрим. Кристина Пименова – самая красивая девочка мира. Кристина родилась в семье известного футболиста Руслана Пименова и его жены Гликерии. Модельную карьеру девочка начала в 3 года, а в 4 уже уверенно шагала по подиуму. У китайского подростка Фу Вингую есть 3 лишних позвонка в шейном отделе. Такая аномалия мешает парню нормально передвигаться и причиняет боль даже при банальных действиях. Зато на концертах он точно будет выше всех и больше увидит. Шайло Пепин – единственная в мире девочка с синдромом русалки, дожившая до 10 лет. Девочка родилась с сросшимися ногами, отсутствующей мочеполовой системой и всего лишь четвертью почки. Чудо, что она вообще выжила. 8-летний китаец Пан Хья Ханг известен как человек-рыба. Из-за редкого заболевания ихтиоз кожа мальчика чешется, сохнет и трескается, становится похожей на рыбью чешую. Ребенку даже на улицу выйти толком нельзя, потому что солнце и жара вызывают жуткую чесотку. В Индии в 2015 году родился полностью здоровый ребенок с 3 функционирующими глазами. Доктора при рождении выяснили, что 3-й глаз функционирует так же, как и 2 остальных, даже имеет ресницы. К сожалению, история умалчивает дальнейшую судьбу ребенка. А вот англичанин Оскар Ригли в 2 года достиг коэффициента интеллекта Эйнштейна. Ребенка уже приняли в известную во всем мире организацию для самых умных – Оксфордский клуб Менса. Да и вообще, в таком маленьком возрасте его уже зачислили в студенты Оксфорда. Поговорка гласит, в мире всегда есть азиат, который делает что-то лучше тебя. Энди Ли из Гонконга толком не достает до педалей фортепиано, но уже способен сыграть практически любое произведение без ошибок – мелкий Моцарт. В Алтайском крае не так давно родился мальчик весом чуть больше 7 килограмм, только представьте, сколько он в будущем будет весить. Как ни странно, роды были естественными и без малейших осложнений. Остается загадкой, как такого толстяка можно было родить самостоятельно. Румаиса Рахман – самый маленький младенец в мире. При рождении девочка весила всего 243 грамма и имела рост в 24 сантиметра. Это чуть больше, скажем, айфона. Врачи даже смогли выходить ребенка, и сейчас Румаиса вполне обычный здоровый подросток. Лиззи Кларк официально признали самым вредным ребенком в мире. Она исцарапала свежекупленную машину родителей, 100-долларовыми купюрами разжигала камин и даже умудрилась затопить из шланга спальню родителей. А все потому, что мама абсолютно не наказывала своего ребенка. А тебя наказывали родители? Пиши в комментарии, на этом все.